В общем, какие у нас пироги? Давайте я начну сразу с того, с чего я должен начать этот стрим. В связи с последними событиями, которые произошли вчера, позавчера, кто хочет подробнее узнать, что же там произошло, почему и как, я сделал там отдельный пост в своем инстаграме, но вкратце в трех словах скажу, я как бы это попроще сказать. Последние где-то 3-4, даже 5 стримов ко мне приходят люди и донатят. Ну, донатят именно такие сообщения, которые я сейчас скажу. Приходили люди, донатили, типа, Эдисон, сегодня у меня там умер попугай. Эдисон, сегодня у меня умерла кошка. Эдисон, сегодня у меня умерла собака. И я старался поддерживать так, как только мог. Я понимаю, что это сложные моменты, но я не думал, что настолько. Ну, я старался поддержать всех людей так, как только мог. Но, к большому сожалению, со мной тоже подобная ситуация произошла. Если кто-то вдруг не знает, и если кто-то вдруг не смотрел мой пост в Инстаграме, вчера Люси больше не стало. Ну, так вот получилось. Она была полностью здоровой, в один момент ей плохо, на следующий день ее нет. Как оно бывает? Просто за миллисекунду. У нее инфекция какая-то появилась, она, походу, что-то съела, когда писать сходила, когда мы ее выгуливали. Она что-то там подхватила, съела, инфекция, сразу до свидания. Буквально за считанные там часы, можно даже сказать. Поэтому сейчас я более-менее уже это понимаю, как это терять домашнего питомца, как бы ты сильно его не любил. Честно скажу, я сегодня стрим не хотел делать, вот вообще, я хотел полежать, попердеть, потому что, я думал, будет мне сложно стримить в связи с этим, но Катя сказала, что нет, иди стрим. С одной стороны, я с ней согласен, потому что... Ну, надо отвлечься. Она сказала то, что надо отвлечься. Потому что когда ты один, когда ты ничего не делаешь, когда ты сидишь, ты начинаешь думать, накручивать. И как бы хватит. Поэтому сегодня на стриме я здесь нахожусь, чтобы повеселиться, поразговаривать, прочитать ваши донаты, прочитать вот спонсорки новые в чате, кто там у нас появился. Вот. Наплакался я уже достаточно, так то, что у меня я сегодня ночью в 3 часа ночи проснулся от того, что у меня глаза болели и башка от того, что я вчера плакал целый день. Но сегодня как бы новый день, и сегодня надо отвлечься, а то как бы плакать уже хватит, как бы грустно не было. Поэтому сегодня я именно и стримлю. Я бы мог лежать пинать пипики, но Катя сказала, лучше как бы пойди и постримлю.